с понедельника. Когда все серьезно. Любые сведения об этой миссии являются государственной тайной. В дело вступает он. Ты кто? Простой таксист. Эксперт по порядку. Праздничный завтрак отменяется. Это еще не охота, так игра. Сейчас будем тебя на линии резать. Но это вряд ли. За то, чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было. Так не бывает. Скажи, страшно? Страшно будет тогда. Он же нас всех перестреляет. Когда он придет за тобой. Ну что, встали, родные. Ужин еще никто не отменял. Потом еще мир спасает. Светлана Антонова. Ну что, присели, мальчики? Евгений Миронов. Я тебя убью. Владимир Машков. Ну, это нормально. В многосерийном фильме «Охота на пиранью» с понедельника на ТВ Рус.